Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас заказ в компании Фаберлик по 7-му каталогу. Интересные товары с распродажи, много БАДов. Итак, поехали. А что же у нас тут с вами интересного? Я, девчонки, давно смотрю вот на этот вот спрей для цитрусовых, на самом деле, потому что сейчас цитрусовые, в принципе, круглый год они у нас летом идут в расход. Делаем всякие маринады, соусы и так далее. Хочется лимончиком иногда там рыбку попшикать или еще что-нибудь. И вот так вот это дело все выглядит. Кто пробовал, обязательно напишите. Девчонки, артикул 117.77. Здесь две штучки. Вот эта вот крышечка, это подставка, я так поняла, для цитрусовых. Сейчас открою, найду, где открывается. Цена вопроса там вообще никакая. Какие-то товары у меня здесь из распродажи. Сейчас очень много распродаж в личном кабинете. Немножко подвисает сайт и приложение. Какие-то работы идут, но, тем не менее, заказ оформить можно. Все это реально. Подставочка из плотного пластика. Такая вот под цитрусовый, да? Я обязательно сниму коротенький ролик в Дзен, как бы точно однозначно увидите его. Смотрите, вот такая вот длинная вкручивающаяся штучка и коротенькая. Вот эти вот... крышечки силикон частично, это плотный пластик, и дальше как бы все, вот распылитель с крышечкой. Интересная задумка, потестируем обязательно. Мне прям хотелось такую штуку себе заиметь. Так, дальше, мои хорошие, дальше две пачки салфеток Petty Tales, потому что сейчас мы целыми днями проводим время на улице, и иногда нет времени просто там что-то чистить, убирать какие-то пятна с ковра, там еще откуда-то. А вот это всегда палочка-вручалочка. Серия Petty Tales, она гораздо мощнее, чем пятновыводители из Faberlic Home серии. Это лично мое мнение. Салфетки, спрей, жидкий там пятновыводитель для животных, они мощнее. Поэтому салфетки вообще очень мощные, очень много пятен, в том числе и кровь, можно вывести с помощью них прямо за 2 секунды. Артикул 308.04. Прям присмотритесь, кто не пробовал, вот именно для выведения пятен. Так, дальше поехали. Что у нас с вами? Ополаскиватель. Две штучки взяла, потому что все позаканчивались, а иногда прям нужно. Вот эти ополаскиватели еще девчонки хвалили. Действительно, да, я в этом плане их протестила. Когда начинает болеть горло, если вот полоскать именно им, то оно быстро проходит. Поэтому вещь очень классная, годная на все времена. Но он прям такой мятный-мятный, то есть обжигающий. 16.37 артикул. Две штучки. Удобная крышка. Здесь есть миллилитраж на ней. Она у нас с вами... откручивается, и вот так вот можно наливать сюда. Такая вот интересная крышечка. Мята-мята, прям вот мята обжигающая, с ментолом, все дела. Так, дальше. Девчонки, паровая расслабляющая маска для глаз. Повторила, потому что мне безумно понравилось, очень понравилось. Тестировали, есть ролик, в конце прикреплю на него подсказку. Нереально крутая вещь, мои глазки довольны, мне нравится ее применять, поэтому прям пока цена хорошая, очень захотелось повторить, еще, скорее всего, тоже возьму в запас. Артикул 910-105. Здесь 5 штук, и действительно греет, потом глазкам как-то легко, свежо, вот в конце дня, да даже в начале. Ну, прям вот шикарно, девчонки. Кто не пробовал, цена вопроса не такая большая, возьмите прям 5 штучек, побалуйте себя. Дальше. Я хочу с вами, девчонки, протестировать помаду. Еще специально губы не красила в распродаже по срокам годности. Очень такой интересный, яркий оттенок, но я люблю. Из линейки Glam Team распродажа по срокам годности что-то рублей прям нисколько, девчонки. Совсем дешево. Сейчас скажу. Это центральный склад. До сих пор много вопросов, где искать эту распродажу по срокам годности и так далее. Она зависит от склада. На центральном складе, когда распродажа интересна, в это я всегда в Дзене выкладываю, ну, в виде постов или роликов. Ну, своим консультантам, конечно, скидываю. Если у вас не центральный склад, у вас может ее вообще не быть. Может никогда не быть, может она периодически быть. Поэтому заглядывайте почаще в личный кабинет. Если вы не знаете, какой у вас склад, этот вопрос можно задать в обратную связь. И вам с легкостью ответят. Так, сейчас я найду цену. Помада, девчонки, 107 рублей. Да. Сумма нет. Что-то стоит. А, да, 107 рублей, точно. Ну, дешево, дешево, интересно. Это оттенок, девчонки, 407-82. HD Color. И она прям такая яркая-яркая. Мне захотелось. Я люблю сейчас прям красной помадой летом пользоваться. Мне нравится. Вот так выглядит флакончик. У меня уже есть из этой серии помадки. Смотрите, какая. Это, ну, винный, сказать, цвет. Но вот на камеру он вам винный. Но он как-то вот в жизни больше коричневый. Зеркало с собой не взяла. Буду смотреться в вас. Давайте тестировать. Сейчас будет огонь. Губище. Ничего себе.
Вот это да. Слушайте, с этой помадой без зеркала нельзя. Но это тот цвет, который я хотела, да. Пойду за зеркалом. Такие оттеночки прям последнее время люблю. Не, классная. Это действительно вот бордо. Красивое. Бордо. С матовым финишем. Очень стойким. У меня есть из этой серии помада. И она очень пигментированная. Обалдеть. Вообще вот этой помадой с легкостью себе можно подарить миллиметр или даже 5. А также с легкостью можно заляпаться. Вот заляпалась, и она уже не оттирается. Прям сейчас салфетку Petit Else достану. Ну, красивая помадка. Мне нравится. У меня вот именно бордо. Еще нет. Красных много. А, салфетки Petit Else все прекрасно убирают. Так, сейчас доведем с вами дело до ума. Слушайте, ну красота. Мне нравится. Мне нравится. Камера вам передает немножко такой более красный, наверное, оттеночек. Смотрите, вот где размазывалась, видно прям, где подтирала салфетка. С ней надо быть очень аккуратным. Прям вот очень-очень. Миллиметр влево, миллиметр вправо, все расстрел. Вот с ней надо быть очень аккуратной. И даже, я бы сказала, наверное, я бы наносила ее кистью. Смотрите, как сразу играют глаза, когда на лице яркая помада. Вот прям классно. Классно. Можно немножко сделать побледнее. Она, знаете, она красивая бордо. Она прям красивая, красивая бордо. Практически вот вам верно камера передает. Классно. Теперь не на продукты смотреть, а на губы. Я хочу попробовать ее на стойкости и посмотреть, в какой цвет на губах она будет сходить. Смотрите, еще лучше. Посмотрите, что мы с вами сделали. Мы с вами сделали, господи, как это называется? Амбре на губах. Ух ты! Мы с вами сделали... Опять заехали, амбре на губах. Вот это, наверное, самый классный эффект, который можно сделать с этой помадой. Девчонки, посмотрите. Как в журналах. Вот так. Вообще огонь. Посмотрите, какая красота. О, как мне нравится. Вот именно вот эта вот функция амбре. Вообще красиво. Прям вот мерцает. Чуть-чуть контура добавила. Где надо. Девчонки, мастер-класс по амбре с помадой 407-82. Ну, шикарно же. Ну, вообще шикарно. Еще немножко на нижнюю губу сейчас добавим. Прям вот так. Супер. Мне очень нравится. Красота. Огонь вообще. Так, ладно, наигрались с помадой, поехали дальше. Дейзик повторила себе вот такой зеленый. Понравился больше всех из этих новинок. И аромат такой более-менее. У него, конечно, есть такое удушающее облако. И аромат достаточно сильно выражен. Но парфюм мне не перебивает лично. Артикул 0576. Запах... Зеленый цветочный такой, хороший, очень ярко выраженный. И облако, да, но вот это присутствует. Я знаю, для многих девчонок это важно. Заказала еще одно вот такое мыло, потому что у меня Ксюшка, когда мы учительницу на подарок взяли, попросила, сказала, мне такое надо. Ну, как ребенку можно отказать? Это дыня 27,77. По-моему, в распродаже остатки сладкие. Так, поехали дальше. Вот как раз у меня здесь в отдельном пакетике система Slim. Система Slim, и из нее я взяла себе 3 БАДа. Я уже все их пила. Мне нравится, я вижу эффект. Конечно, лучше немножечко подзакрыть рот и немножко соблюдать хотя бы колораж, и тогда вообще будет супер. Гидрейн, очищение, артикул 157-73. Дальше ускорение 157-75. И контроль Less Sweet 157-76. Контроль я буду пить после обеда. Кому интересно, как принимать эти БАДы, есть таблички у меня, напишите, я вам в Дзене или в Телеграм скину. Прикреплю в Дзене, в комментариях можно кидать картинки. Вот. Я пью всегда одновременно. Я очищение буду пить на ночь, ускорение я буду пить с утра где-то в завтрак или после завтрака, а контроль, конечно, после обеда, чтобы вечером как бы, ну, не объедаться. Вот. Вот такие вот 3 продукта. Еще Psyllum с Wildberries как раз принимаю сейчас. Он тоже подавляет аппетит. Надеюсь, что все получится и выйдет хорошо. Так, дальше, мои хорошие, еще все остальные пластыри всевозможные у меня здесь. Пластырь гидроколлоидный от влажных мозолей. У нас не бывает ни у кого в семье мозолей. Зачем взяла, не знаю, что кому-нибудь отдам, но и вам показать. Здесь 6 штук.
и артикул 910-431. Давайте с вами откроем. Все коробочки, они вот так вот запечатаны наклейкой. И посмотрим, что они из себя представляют, эти пластыри. Какая плотная наклейка. Она даже фаберликовским ножом не хочет резаться. О, разрезалась. Так, смотрите, 6 штук. Они все одинаковые, вот так они выглядят. То есть здесь у нас есть внутри какой-то компонент, я так понимаю, способ применения. Очистите, высушите поверхность мозоли. Обработайте мозоли антисептическим раствором при необходимости. Снимите защитные полоски с пластыря. Провод плотно наклейте пластырь, не касаясь руками клейкой поверхности. Рекомендуется менять пластырь каждые 24 часа до заживления мозоли. Пластырь рассчитан на одно применение. Состав: гидроколлоидные частицы. Вообще это хороший состав очень. Полиуретан, не знаю. Эластомер, не знаю. Пластификатор, клейкая смола, термопластичный клей. Ну, в общем, в основном здесь у нас с вами гидроколлоидные вот эти вот вещества, и как выглядит эта мозолька. Чтобы вскрыть упаковку, нам все равно будут нужны ножницы или нож. Вот так ее будет тяжело очень вскрыть, если, допустим, с собой куда-то берете в сумочку. Вот такой он, смотрите, здесь с этой стороны бумажка, здесь вот такие полосочки, и он такой вот, уже здесь он какой-то вот, не знаю, гладенький, матовый. А если мы ее отклеим, то смотрите, то есть вот эта бумажка нам не нужна, а вот этот полупрозрачный сам пластырь, он нам нужен. Вот здесь как раз на нем и какое-то вещество. Но очень интересно, если вдруг будут мозоли, конечно, отзыв напишу. Но как рано заживляющая, все равно что-то не обязательно на мозолях пробовать, да? А мозоль влажная, это у нас рана, вот как рано заживляющий компонент. Но интересно, будет что-то, возможность какая-то потестировать, потестирую. Пластырь универсальный, ультратонкий, которых тоже, в принципе, необходимости не вижу, но взяла 40 штук. Артикул 910-433. Ну, иногда, конечно, бывает, но мало ли что-то обрежешь, мало ли еще что-то и так далее. Я так понимаю, они влагостойкие, незаметны на коже. Ага, я поняла, что это за пластырь. Бактерицидные, надежная защита ран, девочки. Ага, зафиксируйте, аккуратно снимите защитные полоски с наружной стороны пластыря. Сначала фиксируем. Рассчитано на одно применение. Они здесь все разных размеров. Видите, их тут много всяких разных. Вот такой размер классический, как типа аптечные. Сейчас все достану. Потом погнали. Вот такие квадратные. И вот такие круглые малюськи. Давайте круглую малючку мы с вами откроем. И посмотрим. Отрываются. То есть они незаметны на коже у нас с вами. То есть, допустим, какую-то ранку даже на лице. Может быть, можно будет скрыть. Так, как у нас здесь все происходит? Вот, есть края, которые мы рассоединяем. Ай, ай, упал. Вот у нас сам пластырь. Мы его тоже вскрываем вот так посерединке, не касаясь руками, конечно. Надо это все делать. Что он из себя представляет? Смотрите, вот. Тут как бы такой кусочек ткани в серединке квадратной. Мы, грубо говоря, его лепим на ранку и снимаем защитную полоску сверху. Вот эти вот белые полоски, которые очень неудобно снять. Но тут вот есть вроде за что подеть. Ага, вот есть, у них тоже прорезь посередине есть. Вот эти белые полоски, смотрите, они снимаются. И вот, по сути, что остается. То есть вокруг прозрачная вот эта вот тонкая пленочка. И посередине внутри у нас вот этот вот сам пластырь. Хорошая задумка, слушайте, прям вот настолько круто прилипает к коже, как вторая кожа. То есть он настолько тонкий, сам вот этот материал прозрачный, прям как вторая кожа. Вот я даже границ практически не вижу. Очень прикольная, годная вещь. Будет сидеть, как вылетает, девчонки. Так, дальше у нас с вами пластырь согревающий от боли в мышцах и суставах. Вот это я люблю, это мне на поясницу. Мягкий согревающий эффект поможет снять болевой синдром и воспалительные процессы в суставах и мышечных тканях при растяжениях, ушибах, подойдет для любого участка. 910-442 артикул. Снимите. Так, давайте доставать. Тут у нас почему-то даже эта бумажка. Их тут у нас 10 штук. 10 штук, а внутри 2 упаковки. Вот такие вот. Успокаивает, расслабляет. Так, давайте смотреть. С зип-замком упаковка внутри. Открываем. Открываем зип-пакеты. В каждом зип-пакете по 5 пластырей. Вот смотрите, такой формат, как перцовый. Ой, очень яркий запах. Но не такой вонючий, противный, как у перцового. Но, тем не менее, вот эта перцовая душка присутствует. Состав, девчонки. Камфора. Вот, камфора, точно, прям камфора. Мята, металл, салицилат, нетканный материал. Куркумой пахнет еще почему-то, мне кажется. Ну что, мы отклеиваем с вами, по сути, пластырь. Вот, я сейчас себе прямо на поясницу приклею и расскажу, пока дальше там что-то будем по заказу смотреть.
Сейчас. Все, приклеила, отличненько. Так, дальше что, девчонки? Опять в распродаже по срокам годности взяла еще две штуки парфюмированных наклеек, потому что они уже аж по 8 там рублей никто не берет. Берем, наверное, я и Ксюша, мы с ней вдвоем. 38-26. По 8 рублей, девчонки, это шикарно. Вот детям своим побаловаться, это вообще просто кайф. Дальше что у нас с вами? У нас здесь с вами спрей «Легендарный кислород». Я что-то по купонам брала, не помню уже. И, наверное, по вип-скидке я взяла пенящуюся кислородную маску, потому что она достаточно дорого стоит. Это все линейка. Нет, это Global Oxygen, это Axiology. Спрей 0251. Он очень легкий и тоже в роли тоника на лето подойдет просто прекрасно для жирной комби кожи. В холодильник ставите и в жару прям, ну, вообще кайфец. И еще, так как здесь кислородный комплекс, как и практически во всей косметике, на Вовтем, кожа как-то начинает с ним лучше дышать. Ну, в общем, ей легче. Не закупоривает, не утяжеляет, вообще не ощущается. Одушку уже забыла, брала в прошлом году. Последний раз. Приятная душка из серии Axiology практически. У них она там у всех одинаковая. Вот. Поэтому присмотритесь к этому продукту. Это совершенно легкий тоник, водичка, который, мне кажется, тоже можно и на волосы, и на тело, и вообще куда угодно. И кислородная пенящаяся маска — это один из любимых продуктов мною Faberlic. Я прям ее обожаю, потому что от нее действительно есть эффект. 0,8-57 артикул. Единственный момент. Ну, она не бюджетная. И не продуман дозатор. То есть... Когда мы с вами нажимаем на него, мы до конца продукт не забираем. 1/4 часть маски точно остается. Трубочка, которая в этом флаконе, она не достает до дна, она где-то вот до сюда достает. И потом приходится подручными средствами, то ложка, то палочка там какая-нибудь, вот что-то такое, маску эту доставать, потому что жалко столько выкидывать, она и так малышка. Вот такой вот дозатор. Маска суперская, маска классная, наносим ее на лицо, она начинает пениться, пузыриться. Кожа после нее идеально выровненный тон. Упругая, мягенькая, классная, вот все супер. Вообще очищенные пузырьковые маски, они очищают очень круто, чистенько. Вот маска в своем роде вообще уникальная и великолепная. Я очень ее люблю. Когда пенится, она перестает. Еще раз можно второй раз по лицу, даже третий можно так раз сделать. Пройтись вот так руками, распределить ее, всю ту же маску на лице. И она будет пениться еще раз. Вот это мне нравится вообще. Масочку эту обожаю. Так, что, мои хорошие? В принципе, все. В принципе, все. Пока я не чувствую никакого согревающего эффекта от пластыря. Но если он появится, я обязательно сегодня, то есть даже еще до выхода ролика, опубликую в Дзене коротенький ролик, расскажу, как греет и вообще. В течение дня обхожу, в конце дня расскажу обязательно. Я поняла, почему теперь тут зип-упаковка, потому что запах, конечно, такой, представляете, комфорт. Так что вот так, моя хорошая. Ссылка для регистрации в Faberlic, как всегда, под видео. Проходите, буду вам обязательно помогать. Надеюсь, обзор был вам интересен и полезен. Всех люблю, целую, всем пока-пока.